Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас 19-й ролик марафона Shiny, называется Lucky Star композиция. Все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки. И мы с вами начинаем! Кстати, сразу отмечу, мне сначала попалась короткая версия, смотрю, песня 1.40, потом нашел вот эту длинную. Тут всегда вот в этих длинных версиях написан изначально какой-то баннер, естественно, я его не обрезаю, мало ли обязательного условия для того, чтобы показывать этот баннер. Но если вдруг этот ролик, опять же, заблокирован, и вы смотрите меня без звука, либо без картинки в музыкальных вставках, ну, значит, правообладатели. Потому что я не понимаю, почему сайт, где собран именно весь список, он ссылался все именно на короткие версии, если они были. Странно. Пес как-то неохотно бежит и пытается свернуть вправо. Надеюсь, собака не пострадала, потому что, ну, не хотелось бы, чтобы животное страдало на съемках. Будем надеяться, что псу весело, просто он там что-то другое увидел в правой стороне. Вообще выглядит как прекрасный выходной, отдых с друзьями. Сейчас бы на шашлычки, смотрю на все это, но на улице пока что снег. И опять же, низ у нас посередине, потихонечку все расходится по краям. Мой любимый формат сведения, когда низкочастотное все собрано ближе к центру. А по краям все более воздушное. И опять же, бэки там тоже есть, хоровые. Единственное, я смотрю на их одежду, сейчас задумался, но это, наверное, не очень практичная одежда, чтобы пилить дрова, разжигать костер, копать землю или готовить еду. Как-то они очень деликатно и аккуратно все это делают, раз вообще не испачкались. То есть даже в процессе съемки, я не говорю про реальные условия, то есть там они что-то нарезали, лук, морковку, то есть ну что-то же могло отлететь на одежду. Мне еще нравится в припеве, когда они бэйби, бэйби, бэйби. Вот тут модуляция такая происходит прикольная. Интересный ход, опять же. То есть кому-то он мог показаться батональным, но он прямо очень классно вписывается. Добавляет такой, знаете, немного дерзости, что ли. Пандора,
Ну, естественно, я же видел список, там еще будут другие клипы. Мне понравилась бодрая, веселая композиция с интересной модуляцией во время припева, и инструменты все на месте. Опять же, я захотел на природу отдохнуть с друзьями, но природа в снегу, а друзья далеко, поэтому хотя бы так. Как оно вам, пишите в комментариях, а пока список бустеров на экране. Спасибо, дорогие дамы и господа, за то, что вы у меня есть. Надеюсь, вы тоже рады, что я есть у вас. YouTube-спонсоры, донатеры, тоже отдельное спасибо. Благодаря всем этим вышеназванным категориям граждан наших каналов происходит сие чудо, а именно марафон. Далее. Бусти. Ранний доступ. Дополнительный контент. И многое другое. Проходите, смотрите, изучайте, у кого есть желание, возможности и смелость. А может быть даже дерзость, чтобы пройти по этой ссылке. Кроме того, MP Reviews, K-Pop новости, MP Entertainment музыка, телеграм-канал Хаплокация по-прежнему Максим. И я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока.